Юморист не сможет бросить Лизу и Гарри, уверены фанаты. В сети продолжают обсуждать возможный развод Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Поклонники обозлились и на юмориста, и на его беременную любовницу Юлию Барановскую, с которой он якобы уже собрался пожениться. Однако, судя по всему, свадьба оттягивается из-за разногласий пары, не исключено, что Барановская планирует вычеркнуть Лизу и Гарри из жизни Максима, а юмористу такое развитие событий точно не по душе, поскольку он очень сильно любит своих детей и не собирается прекращать общение с ними. В соцсетях уверены, что Галкин не пойдет на поводу у Барановской, если ему придется выбирать между любовницей и детьми, он без раздумий выберет двойняшек. Максим останется с Аллой Борисовной только ради детей, считают фанаты. Возможно, любовь к Примадонне у него и прошла, но любовь к детям никогда не исчезнет, пишут пользователи. Плачь, Барановская. Галкин снова бросит тебя, ведь Лиза и Гарри для него важнее, чем ты, с уверенностью заявляют сетевые эксперты, отметив, что шоумен не позволит себе так поступить с двойняшками и травмировать их хрупкую психику. Поклонники не исключают, что Барановская может изменить свою точку зрения только для того, чтобы Галкин остался с ней. Когда Пугачевой не станет, скорее всего, двойняшки переедут жить к папе, вот тогда Барановская покажет свое истинное отношение к детям Примадонны, которым придется нелегко в новой семье, отмечают фанаты.